стоит наказывать? Тем, кому платят, или организаторам? И перших, и других. Каким образом? Я думаю, административная ответственность выше за все. Криминальная ответственность за жестко. Ну, наверное, да. Пусть люди знают, что это люди, которые без принципа, без ничего, за деньги могут куда угодно пойти. Фамилии публиковать в газете, где-нибудь. Это не надо обращать внимание, вообще забыть об этом. Это не самая страшная проблема. Стоит. Организаторам тюрьма, а кто приходит, берет за это деньги, то штраф. Я думаю, стоит. Ну, потому что об этом всем показывают в новостях. Эти новости смотрят другие страны, та же Россия. И мнение о нашей стране, о нашей какой-то культурной малейшей организации портится. Я думаю, пару раз штраф, потом тюрьма, если не доходит до человека. Митингующие тут ни при чем. Им нужны деньги, и ну, они ищут любой способ заработать эти деньги. Нет, не стоит. Почему? Ну, зачем? Смотрите, понимаете, неправильно в чем проблема? У людей нету занятости, понимаете, в чем проблема? Поэтому они вынуждены идти на эти митинги проплаченные. Это единственная, может, возможность бабушке купить хлеб. Ну, пошла, постояла. Но это самый такой адекватный способ. Нет? Даже не знаю, думаю, нет. Ну, а когда деньги было хорошо. То есть, в принципе, вы тоже пошли бы спокойно на проплаченные митинги? Если бы мне заплатили деньги, то почему бы и нет? Стоит наказывать. Я думаю, что как в криминальном кодексе, одну статью получает один срок организатор, а другой исполнитель. У организатора должно быть больше, чем у исполнителя. Хотя тоже нужно разобраться в причинно-следственной связи. Может, кому-то сильно нужны деньги. Проплаченные митинги, это, я считаю, что это нонсенс. Это неправильно, это уже коррупция в политической жизни. Я думаю, что наказывать нужно организаторов, а осуждать принимающих участие в этом. Мы строим демократическое общество, поэтому этот вопрос нужно урегулировать законодательно. Должно быть прописано и сформулировано мнение общества по этому вопросу. По-моему, сейчас его нету, каких-то законодательных, поэтому тут категорических решений нет. Вначале должна быть дискуссия, гражданское обсуждение этого вопроса и выход на какие-то решения, которые потом получают законодательную основу. А, конечно, стоит. Организаторов, конечно. А митингующих? Нет, люди просто зарабатывают деньги любимым способом. Штрафы, конечно, причем большие. Какая сумма должна быть? Где-то 1010 гривен. Конечно. Организатор. Думаю, нет. Но это личное право каждого. Если у тебя позиции нету никакой, очень нужны деньги. Да, организатор. Это должно принимать на законодательном уровне. То есть закон должен работать и в этом направлении.